Так, всем привет. На ютубе не видел ни одного видео, как установить вот такие вот китайские лампочки, мини LED линзы на Opel Astra G или Classic. В общем, в посадочное место вот эту вот штуку на ближний свет, цоколь H7, они не становятся по высоте, поэтому нужно срезать вот эту часть. После того, как срезали, дорабатываем напильничком или ножичком, кому как удобно, чтобы убрать излишки, там немножечко остается. Ну, потому что ножовкой неудобно. Можно наточили, кстати. После доработки все это собирается вот такой вот бутерброд. Так, фокус. Да, есть. Только есть одно «но». Вот оно телепается, и, соответственно, в фаре нормально закрепить возможности не будет. Поэтому есть одно решение. Лично я сделаю у себя так. Берем любой шланг и внутрь ставим шланг. Это шланг от старой стиральной машинки, так называемой говноколотилки, типа Рига и прочее. Так, теперь этот весь бутерброд собран. Показываю, не телепается, все хорошо. Можно устанавливать в машину, да, будут возникать немножко трудности со входом вот эту металлическую штучку. Я думаю, все понимают, о чем именно в самой фаре. Но можно аккуратненько отверточкой или ножичком туда провернуть, оно все станет. И потом саму лампочку отрегулировать положение в фаре. В общем, установил. Для удобства лучше снять фильтр-бокс. Ну и вот как-то так это выглядит. Там позиционировали ее в фаре. Нормально. Ну, это тоже можно замотать изолентой. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.